однокласснице моей. Гарик, ты что лежишь? Ничего я не лежу. Все, отлизался. Клянусь морковью матери, ты что, и на выборы не ходил? Да лениво. Ну ясно же, как божий акциз, что победил сын маминой подруги. Это капец. Ты че, с дуба рухнул? Лениво ему. Ничего, скоро для таких ленивых, как ты, сделают голосование по интернету. А нахрена делать голосование по интернету, если уже сейчас прекрасно работает голосование по телевизору? Все, дожили, слава тебе, Господи. Че все-то, Вероника? Неужто сенсация? Ну, типа того. Все, участки закрылись. Фу ты! Жонглеры, жонглеры, жонглеры! Али! Куда уехал цик? Он был еще вчера. А больше ни к чему мне эти выкрутасы. Закончились у нас в России выбора. Свободный выбор совершили массы. Все сделали на пять пиара-мастера. Я даже бы сказал пиара-ассы. Все клоуны мои, артисты хоть куда. Вертелись на пупе. Я это не забуду. Ну и я опять к Сахе. В полях, кажись, страда. Еще раз тут увижу, будет худо. И минимум 6 лет все будет как всегда. А кто-то сказку ждал и верил в чудо. К чему был этот цик? Пожалуй, ни к чему. Но с ним не так силен осадок негативный. Весь этот балаган ни сердцу, ни уму. Зато теперь я снова легитимный. Вот и уехал цик. Когда настанет час нам клоунов менять, то выйдут на манеж другие кандидаты. Силовики уже готовы выступать. Ну, в смысле, силовые акробаты. Скажите, а они не могут подождать? Осваивают новые форматы. Куда уехал цик? Спасибо за вопрос. Он наготове ждет команды возвращаться. Пока на этот цирк есть всенародный спрос, нам без работы не грозит остаться. Жаль, наш электорат до цирка лишь дорос. А значит, шоу будет продолжаться. Похоже, есть только один конституционный вариант ухода Путина с президентского поста. Неужели есть? Какой? Если он его в карты Ралдугину проиграет. Очень смешно, но это все несерьезно. О чем и речь? Надо, получай! Господа! Получай! Господа, вы звери! Да мы в курсе. А что случилось? Это капец! Поспорили немного на политическую тему. Ну вот скажи, Вероника, а что, в натуре Трамп с Ином решили закрефаниться, что ли? Ну, я не знаю. Но, как сообщают мои источники, у них много общего. Например, они оба следят за своими прическами. Вот-вот-вот. Фу, это они как раз и обсудят при встрече. Есть общая тема для разговора. Да не тереби ты мне мозги, Севастьян. Не будет никакой встречи, вот так. Спокойно, спокойно.
все может быть. Я слышала, что Конгресс рассматривает возможность вынесения в американскую конституцию пару идей чуть-чуть. Это капец! Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья. Чудик он. И чудик я. Мы имеем по карманам две гранаты. Два нагана. Нож. Дубинку. И кастет. Крепче дружбы в мире нет. Мы живем в огромном мире, и все страны знают нас. Я с ума сошел 4. Ну а я 12 раз. На двоих одна планета, у тебя и у меня. Ты с приветом, я с приветом. Мы дружней день ото дня. Мы с приятелем моим в трудной дружбе состоим. Ха! Он пискляво возражает жестким санкциям моим. А, Рекс Тиллерсон, привет! Третьим будешь? Ну уж нет! В смысле, нет же нас дружней. Удален ты из друзей. Крепкой дружбе двух мужчин третий лишний. Верно? И я как знал, ты мозгом болен. Рекс, на место. Ты уволен. Извини, братан. Текучка. Подчиненным нужно вздручка. С дрючкой мы все восхитились, мы на чем остановились. Раньше в мире был один негодяй по кличке Ин, а теперь он стал мне другом. Пусть завидует Путин. Мы с приятелем вдвоем на Владимира плюем. Он умеет только гадить. Или торговать сырьем. Мы решим любой вопрос. Сыном мы, друзья, засос. Вовка не дорос до дружбы. Он почти единорос. Вот такие вот мы с ним. Дональд, я и Ким Цин Ин. Да, сколько не отвлекайся, а сегодня все равно только о России думается. Гарик, вот ты веришь, что завтра россияне будут жить лучше? Конечно, верю. Вот только они навсегда застряли во вчерашнем дне. Капец, как утешил. Да ладно, у людей сейчас все мечты сбудутся. Они ведь давно мечтают еще при жизни нормально пожить. При чьей жизни? Так при путинской, конечно. Мы, говорят, не доживем. Так хоть бы Путин дожил. Хватит, надоело. Скорей бы вся эта история историей стала. Друзья, начинаем экскурсию по нашему музею, посвященному золотому тысячелетию славных побед президента Путина. Именно здесь хранятся как колени, с которых великий президент поднимал страну, так и карачки, на которые он поставил западных партнеров. Здесь же хранятся знаменитые майские указы 2012 года, включая программу «Каждому пенсионеру могилу». Именно это помогло омолодить нацию. Кстати, сегодняшняя экскурсия знаковая, ведь, как я вижу, здесь собралось все нынешнее население России. Перед вами ближайшие соратники великого президента. Это председатель правительства. Его функции до сих пор не ясны, но по давно заведенной традиции мы всегда меняем гаджет в его руке на гаджет последней модели. Пройдемте дальше. Перед вами фигура легендарного министра обороны, его знаменитые ракеты, булава, ендава, братва, мордва и стань-по-два, последняя с вечным ядерным двигателем. Естественно, это фотография. Сам оригинал, запущенный 500 лет назад, до сих пор летает хрен его знает где, по непредсказуемой траектории. Это уж и не помню кто. Может, курьер за пивом бегала? Не знаю, идем дальше. А вот здесь наша гордость. Это модель знаменитого Крымского моста, который соединил Тамань с Керчью и далее с отдаленными уголками России. Анкарой, Каиром, Антарктидой. Не трогайте, пожалуйста, руками. По преданию, на этом ксероксе депутат Слуцкий трахал журналисток. Что значит эта фраза, я не знаю, поскольку слова «ксерокс», «депутаты», а уж тем более «журналистика» устаревшие.
Просто у меня заложено в программе говорить фразу, смысла которой я не понимаю. Говорят, прототип, с которого меня делали, тоже был мастером нести пургу. А вот здесь, я бы сказал, наше сокровище – чучело последнего оппозиционера. Как известно, оппозиционеры полностью вымерли на 30-м году правления великого президента. Хотя их популяцию долго пытались сохранить в спецзаповеднике за полярным кругом. Еще один интересный экспонат. Это медаль с последних проведенных Олимпийских игр, которые произошли как раз в тот памятный год, когда никем не управляемый танк «Армата-140» победил на местных выборах и несколько лет руководил Воронежской областью. Но все мы, конечно, помним, что наш президент всегда был готов отдать свою жизнь за Россию. И ладно бы только свою. Походу, опять пурга вырвалась. А это та самая дверь, за которой работал великий президент. Закройте дверь. Извините, я не знал, что вы еще тут. Не будем мешать. Видите, еще работает. Закройте дверь. Закройте дверь. Это капец, капец, клянусь капустой прадеда, антиутопия и пропаганда. Я, правда, пока не понял, на чью мельницу. Да уж, такую картину нарисовали. Перья дыбом. А у Путина, между прочим, слова с делом не расходятся. С делом нет, а с реальностью, да. Вот, вот, ты видела? Опять пропаганда. Гарик, алло, в себя приди. Ты на реальность-то посмотри. Все же есть. Нефти завались, ракет полно. Веры в светлое завтра хоть взаймы давай. Живи и радуйся. Помирать неохота. Неохота? А придется. Ого! Thank you.